Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, как вяжется такой вот ажурный узор. Называется он колосок. Раппорт его состоит из 7 петель и 14 рядов вверх. Вот такой вот узор получается. Я набрала здесь на 4 раппорта петель плюс 2 кромочные. Первый ряд раппорта. Кромочная снимается и начинаем вязать. 2 изнаночные. 1, 2, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это мы провязали раппорт узора. И он дальше у меня повторяется. 2 изнаночные, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И так до конца ряда. В конце кромочная провязывается изнаночной. В каждом ряду. Второй ряд вяжется по рисунку. Вот второй ряд, он вяжется по рисунку. И также вяжутся все четные ряды. Кромочная в начале ряда всегда снимается и провязывается раппорт узора по рисунку. Здесь идет 5 изнаночных и 2 лицевые в раппорте. И так он повторяется. 1, 2, 3, 4. 5 и 2 лицевые. 1, 2. И так до конца ряда. Также, как второй ряд, мы вяжем все четные ряды, а также, как первый ряд, вяжется 9 и 11 ряд. Третий ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 2 изнаночные. 1, 2. 1 лицевая. Делаем накид. Провязываем 2 вместе лицевой со средины, 2 лицевые, 1, 2. И дальше раппорт, это мы провязали, он повторяется у меня. 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой со средины, лицевая. Лицевая. И так до конца ряда я буду вязать. Четвертый провязали по рисунку, теперь пятый ряд. Кромочную снимаем и провязываем раппорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, лицевая. И так дальше, это мы провязали раппорт узора. Он у меня повторяется. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, лицевая. И так я вяжу до конца ряда. Шестой ряд провязали по рисунку, теперь седьмой ряд раппорта. Кромочную снимаем и провязываем 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой. Это мы провязали седьмой ряд раппорта. Дальше он у меня повторяется. 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3 накид, 2 вместе лицевой. И так я вяжу до конца ряда. Восьмой ряд вяжется по рисунку, а 9 и 11, как я уже говорила, вяжется как первый. Теперь вяжем 13 ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 2 изнаночные, 1, 2, 2 петли оставляем перед работой. 3 провязываем лицевой. 1, 2, 3.
Возвращаем снятые петли и их провязываем лицевой. 1, 2. И так узор повторяется до конца ряда. Это мы провязали раппорт узора. 14 ряд вяжется по рисунку. Начиная с 15 ряда, узор повторяется с 1 ряда. И в итоге у вас должен получиться такой вот красивый ажурный узор. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. До свидания.